должна быть предельно открытой и доступной, в том числе для молодежи, для наших сторонников из волонтерского добровольческого движения. В рядах «Единой России» уже немало новых молодых лиц. На прошлой неделе я встречался с представителями молодой гвардии «Единой России». Хочу ответственно сказать, у нас очень перспективный кадровый резерв. Сегодня действительно на съезде прозвучало очень много актуальных тем, которые, наверное, самое важное было – это контроль за реализацией нацпроектов. И есть очень много пунктов, в рамках которых молодежь может работать. А вхождение в Генеральный совет, ну, я считаю, во-первых, это, безусловно, оценка деятельности нашего регионального отделения, как и партии, так и молодой гвардии. Я надеюсь, что мы, представительство молодежи в Совете депутатов и в Московской областной думе, в Государственной, будем готовить достойных ребят для того, чтобы представлять интересы молодежи на более высоком уровне.